Прикормка у меня самопальная. Перловка, панировочные сухари. Ну, там еще кое-какие добавки. В принципе, можете посмотреть. Рецепт у меня есть на канале. Рыбачить буду. Сперва попробую на кормачок. Вот он. Привет, братцы-рыбаки. Собираюсь на рыбалку. Сегодня хочу вам показать, как делается снасть кормак. Для ее изготовления мне понадобится вот такая вот деревяха. В нее вбитый гвоздь, откусана шляпка. Это буду я делать саму кормушку. Вот это вот у меня толстая миллиметровая проволока от сварочного аппарата. Два поводка с крючками, две бусинки, такой вот грузик. Кому интересно, как я их делаю, ссылочку вы сейчас увидите справа вверху. Для начала нужно сделать кормушку. Беру вот эту палочку. Немного загибаю проволоку таким вот образом. Дальше вот надо захватить плоскогубцами, чтобы она не прокручивалась. И начинать наматывать. Вот пол кормушки готово. Теперь нужно с другого края точно так же намотать вторую часть. Когда будете мотать, смотрите, чтобы вторая часть шла также в одну сторону спирали. Также поджал плоскогубцами и начинаю также мотать к середине. Теперь вот так вот ее сворачиваем в одно целое. Немного надо будет растянуть. Сейчас сформирую, продолжим дальше. Вот так вот потихонечку растягиваю. Сейчас серединку еще подправлю. Также мне понадобится пустой стержень от шариковой ручки. Взял ватку, помощью проволоки вот так вот продеваем. Вот и чистый. Теперь один край. Нагреваем зажигалкой. И расплющиваем. Затем немного шилом расширяем отверстие. Дальше вставляем нашу кормушку. Почему снасть называется кормачок? Потому что вот эта кормушка как раз и называется кормак. Теперь с другой стороны лишнее откусываем. Также берем зажигалку, нагреваем и расплющиваем. Ну и также немного поправляем отверстие шилом. Вот и все, кормушка готова. Собираем дальше. Дальше к леске прицепил через петельку грузик. Отступаю сантиметров 25. Делаю петельку. Дальше одеваю бусинку. Бусинка на месте. Дальше вставляю кормушку и одеваю еще одну бусинку. Теперь делаю еще одну петельку. Также смачиваю и подтягиваю. Ну а теперь также сделаю сейчас на поводочках петельки и крючок в петлю прицеплю к тем петелькам. Расстояние должно быть небольшое. Ну, вот такие вот поводочки у меня получились. Осталось их зацепить. Для чего я делаю петля в петлю, если поводок оборвался, чтобы быстро можно было поменять его на берегу. То есть, вот таким вот образом получилось. Кормачок. Кстати, обратите внимание, грузило должно быть достаточно тяжелым, чтобы когда вы набьете кормачок кашей, груз был процентов на 15-20 тяжелее, чтобы не перехлестывалось при забросе у вас ничего. Вот так вот оно выглядит с бури. То есть, как вы могли убедиться, тут ничего сложного нету. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.